Мы, как обычно, гуляли с Лешей в парке. Он рассказывал свои странные истории. Вот так мы поймали бешеного зайца. Я делала вид, что мне интересно. Он не смешно шутил. Мальчик с пальчик ковыряет в носу всем телом. Я делала вид, что мне смешно. И тут случилось то, чего не ожидала ни я, ни бабка, кормившая голубей. Нет, 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 только не это! Что ты делаешь? Не зови меня замуж! Я не хочу! Мама, я же еще так молода! Куда мне свадьбу? Ипотеки, детей! Лолита, все в порядке? Что? Я не хочу! Что ты не хочешь, чтобы я шнурки завязал? А, ты шнурки завязывал! Да, я против этого. Я состою в движении против шнурков. Мы считаем, что шнурки – это дискриминация. Нет шнуркам, да, обуви на липучках. Вот. А, прикольно. Ну что, куда пойдем дальше? На лавку возле падика или на лавку возле гаражей, там, где обычно никого нет? Одно предложение лучше другого прям. Ты знаешь, я тут вспомнила. Мне домой срочно надо, у меня там эта кошка рожает. А, ну давай тогда в другой раз. Ага, пока. Странно. У нее же вроде дома собака, а не кошка. Я пришла домой. Сняла кроссовки, помыла руки и на кухне встретила маму. Мама спросила. Как погуляли? Я ответила, нормально. Маму не устроил ответ, и она сказала. А что случилось? С Лешей поругались? Да нет. С чего ты взяла? Мама потеряла интерес и сказала, ну ладно тогда, в холодильнике суп, на печке пирожки. В чем подвох? А в раковине посуда, которую надо помыть. Угадай кому. Ох уж эти конкурсы угадайки. Наверное, малой? А мне бы за такое в детстве палец оторвали и в жопу засунь свои извинения, козлина вонючая. О, привет, Лолитка. И чтобы дорогу забыл до моего дома. Че у тебя случилось уже? Парня бросила. Представляешь, он не лайкнул фотку, которую я выставила 5 минут назад. Вот у кого мне надо поучиться бросать парней. Ну да, как он мог? А вы напишите в комментах, что вам сложнее всего сделать. Мне, например, встать в 6 утра. Да, пора бросать этого Леху. Наконец-то! Я уже думала, ты никогда это не сделаешь. А что, давно пора было? Лолиточка, камон! Чувак тебе на день Валентина подарил сушеную рыбу. Ну, я люблю сушеную рыбу. Это да, с пивком вообще заходит. Блин, но я же совсем не умею расставаться с парнями. Не умеешь, это мягко говоря. Можно сделать хит-парад твоих неудачных расставаний. Внимание, 3-е место. Слушай, давно хотела спросить, а твой лучший друг, он сейчас встречается с кем-то? Да. Неловко тогда вышло. Место номер 2. Но сработало же. И, наконец, наш победитель. Мы разбегаемся. Распались. Расстаемся. Ура! Молодец! Теперь скажи полную фразу. Ну все, все, я поняла, так делать нельзя. В этот раз расстанусь как взрослый человек. Ну-ну. Просто сделаю это не прямо сейчас. Прямо сейчас я хочу, чтобы вы поставили лайк под этим видео. Помните? 10 тысяч лайков и продолжение нелюбимого ребенка ваше. Ну что, мы сегодня гулять вечером идем? Ага, идем. Лолита, какой гулять? Ты же бросить его собралась. Да ну, что там сложного? Просто пришла и сказала, мы расстаемся. Как-то банально. Надо другую фразу придумать. Например,
Аривидерчи. Hasta la vista, baby. Нахуй пошел, пес. Мы не можем быть вместе. Ты мой брат-близнец. Я сменила пол. Орел, расстаемся? Решка нет. Дичь какая-то. Малая, а если бы у тебя был парень, ты бы как его бросила? Лолита, я занята. Прости, а что рисуешь? Неважно. Ладно. Когда-нибудь она задушит нас ночью подушками. Короче, как-то так. Я вообще не понимаю, Лолитка, что там сложного? Это тебе что-то, а мне сложно. Мне жалко человека, я боюсь ранить его чувства. Вот как ты рассталась с предыдущим парнем? Переспала с его братом. А с пред-пред-предыдущим? Бутылку об голову разбила в пьяной драке. А с пред-пред-пред-предыдущим? Ой, не помню уже, это давно было, в мае. Может, ты ему скажешь? Не, в чужие разборки я никогда не лезу. Правило Виктории номер 5. Знаю я твои правила. Правило Виктории номер 16. Не открывать пиво глазом. Правило Виктории номер 7. Не мешать пиво с коньяком. Правило Виктории номер 2. Не дразнить бродячих собак. Да просто возьми и скажи. Прошла любовь, завяли помидоры. Сандали жмут и нам не по пути. Ты крокодила, я боюсь зеленых. Ты уходи в свое болото, уходи. Ладно. Как-то так и сделаю. You are hot like a fire. Embers off of your breath. My voice won in a choir. Begging you to cool. Thought there was green in the cracks of your concrete. Took only one step and was nothing, nothing. Ах ты, сучка крашеная, это мои голуби. А ну иди отсюда, быстро я сказала. Don't you say now. Алло, привет, слушай, сегодня вечером погулять не выйдет. Ой, как жаль. Ну ничего, в следующий раз погуляем. Лолит, тут такое дело. Какое? Ты не подумай, дело не в тебе, дело во мне. Ты что, меня бросаешь? Ну типа да. Фу, отлично. Стоп, что? Ты меня бросаешь? Ты меня бросаешь? Ты что, вообще охренел, козлина вонючая? Алло, не смей сбрасывать трубку, алло! Ну все, молись, Лешенька. Так тебе и надо, проститутка. Кушай, Гулечка, кушай, кушай, моя хорошая.